Эй, не сдавай меня!
Мы начали исследование жизни Радун-Хагиду в период жизни с юношества и примерно до 30 лет. Но нас не впечатлила его чрезмерная сдержанность, перемежаемая вспышками гнева. Он явно не обладал необходимыми нам лидерскими качествами. Все же мы решили изучить его раннее детство в надежде найти интересные эпизоды в доколониальной Америке. Здесь хорошо видно, что в этом мальчике есть некая притягательная наивность. Однако наши специалисты сочли историю этого юноши весьма проблематичной. Изобилие фрагментов культуры магавков мешает рассказать подлинную историю Америки. Далее. Язык магавков, безусловно, станет проблемой для восприятия. Как следствие, мы считаем, что детство Конора может представлять интерес для более образованных зрителей. Широкой же аудитории она может показаться слишком чужой, скажем так. Наша группа рекомендует отказаться. Судя по ранним данным об Эвелине де Грандпре, она слишком импульсивна и сложна для широкой аудитории. Ей промыли мозги еще в юности, сделав орудием ее невменяемого наставника Агате. Кроме того, она много бывала в дельте Миссисипи, якшаясь с контрабандистами и ворами. Нельзя рисковать ее рейтингом среди пользовательниц, который сейчас близится к 50%. Однако по мере взросления Авелина сильно изменилась. Она стала воспитанной и благоразумной девушкой. У Авелины появляется новый наставник, ее мачеха Мадлен де Лиль, ярая защитница прав рабов. Thank you, Madeleine. Легкая редактура позволит акцентировать их отношения, и тогда история Авелины нам подойдет. Наше решение – да. Быстро выпускаем на рынок.
заявление. Новые меры безопасности всех распугали. Его не отпустят. Это часть контракта. Такой уровень доступа означает, что надо пройти кучу проверок. На это уйдут месяцы. Правда? Я не знала. Читай мелкий шрифт. В работе на Абстерго есть свои плюсы, но есть и минусы. Большие. Что за сообщение от службы безопасности? Это стандартные сообщения. Не волнуйтесь. В офисе возникли небольшие проблемы. В смысле, что-то с сервером? Потому что меры слишком суровые. Прям драконовские, да? Нет-нет, волноваться не о чем. Пойдемте, я объясню. Эй, спасибо тебе за данные о белом ките. Я смог его отследить? Да не за что. Офигенно, да? Да, отследил после твоей миссаги. Плыл за ним. Поймать не смог. Да. Да. Его убили. Несколько выстрелов в грудь. Нет, это не проблема. У нас достаточно данных. Скоро узнаем. Да. Да. Хорошо. Вышлю результаты при первой возможности. Хорошо. Есть новости от Оливье? Черт. Я очень беспокоюсь. Да. Ладно. Спасибо. Удачи. Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов Абстерго.
Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь, но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио аудиторы до Ференце будет рискованно. Сохранили. Делаем, что можем. Хорошо. Пусть охрана остается на чеку.
Мисс Ламей сказала, что ситуация под контролем. Но я чую, скоро они нам снова пригодятся. Thank you.
Ух ты, это ж... изменит мир. Le gars était vraiment grand avec des cheveux.
We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. Все же чудесное здание. Все позади. Просто ненавижу, когда усиливают охрану и дергаюсь. А в бункер кого-нибудь сажали? На пару дней. Бесит, но, наверное, так нужно. У нас тут серьезная инфа. Все секретно, да. Противно это, конечно, но... В контракте есть пункт и... И бонус за это платит. Говорят, за неудобства. Правда? А вот это здорово.
Наши сотрудники изучали жизнь Альтаира ибн Лаахада, надеясь найти в нем образец для подражания, годный для использования в программах Абстерго. К сожалению, этот ассасин-ренегат нас разочаровал.
Перед нами человек, отвергающий самые сакральные запреты своей культуры, с поистине мессианской дерзостью. Атаир! No, this is not our way. To burn a man's body is forbidden. Многие наши исследователи полагают, что взгляды его противника, известного под именем Аббас, были куда более ясными, чем взгляды Альтаира. Недавно я поставил задачу удвоить усилия по поиску родственников Аббаса, если таковые есть. Очевидно, что ошибки Альтаира стали основной причиной окончательного уничтожения его презренного ордена к середине 13 века. Итак, мы рекомендуем отказаться от него в пользу более приемлемой фигуры данной эпохи.